Несмотря на негативные выступления США против «Северного потока-2», Австрия все равно заинтересована в стабильных источниках газа и продолжит поддерживать строительство газопровода, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. По словам Курца, Австрия поддерживает этот проект, поскольку заинтересована в надежных энергетических поставках в страну. Политик считает, что до тех пор, пока российская цена на газ выгоднее американской, Австрия будет закупать ресурс у Москвы. Он также добавил, что в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и надо продвигать его и дальше. Он надеется на понимание президента США Дональда Трампа, как бывшего бизнесмена. Напомним, что Еврокомиссия предложила внести поправки к газовой директиве, предложенной в ноябре 2017 года. Согласно предлагаемым изменениям, требования третьего энергопакета, который запрещает одной компании одновременно продавать и транспортировать газ, должны были распространиться на газопроводы третьих стран на территории Евросоюза. К таким проектам относятся в том числе «Северный поток-2», строительство которого могло быть заблокировано. 8 февраля в Брюсселе прошло голосование по вопросам ужесточения норм директивы. Однако на совещании постпредов Евросоюза Германия и Франция пришли к компромиссу и смягчили итоговый вариант поправок. Документ подразумевает, что реализация «Северного потока-2» не будет заблокирована, но в дальнейшем требования к трубопроводу могут быть ужесточены. В предварительно одобренном документе предусмотрена возможность отступлений для существующих газопроводов и исключений для новых.